Соседи сказали, что если я буду обустраивать свой отель дальше, они меня зарейдят. Но вы ж меня знаете. Как я мог просто взять и съехать с этого места? Они даже и не знали, кому они угрожают. Так, я все правильно застроил, да? Постояльцев ждать долго не пришлось. Как только я восстановил несколько комнат, я смог их сразу сдать. Сейчас прям сразу тебе фастом комнату выделим. Иди сюда. Сейчас мы эту комнату обустроим, будет твоя комнатка. Поставь костер, я скинул бордюр тебе. Надо будет сейчас ящики, ну с другой комнаты сниму, сюда принесу, какая разница. Какая-то новая ультрасовременная Гондип система, вот этот вот потолок. Блин. Тут должны были быть вот такие полки везде, смотри. Идеально. И так сойдет. Слушай, а ты вышку можешь продать? Ну, если она отлизочена здесь. Да, почему нет? Да мне кроме камня ничего и не надо, в принципе. Недавно я наткнулся на одну очень увлекательную игру про Россию. Next RP. В этой игре открытый мир с российскими городами. Новороссийск, Сочи, Горки. И вот совсем недавно добавили Москву. Красная площадь, Кремль. В общем, можешь полюбоваться красотами столицы. В Next RP можно делать то же самое, что и в жизни. Чем заняться и какой путь выбрать, решать только тебе. Ты можешь быть честным работягой, а можешь бороться с преступностью, стать полицейским. Можешь стать криминальным авторитетом и ездить на разборки. Кстати, о тачках. В игре более 130 видов машин. От простеньких российских до самых топовых спорткаров. И все их можно тюнинговать. Кроме того, в этой игре есть сюжетная линия более чем с 20 квестами, погонями и перестрелками. С ежедневными обновлениями и отличным онлайном ты точно не заскучаешь. Заглядывай по ссылке в описании и начни свое путешествие. Ну а теперь приятного просмотра. И не успел отель открыться, ко мне прибегали соседи и убивали моих постояльцев. О, ты это подожди. Так-то я мертвым не хочу лежать. Подними его. Закрой дверь. Одного убил полностью. Ты можешь подлутать попробовать. Сейчас будет веселье. Где-то мой четырехкратник. Так, смотри, из ресурсов сыта тебе, так как ты выбил. Да, я себе, себе оставь, себе оставь. Ну и в отеле у нас было весело. До поры до времени. Я даже смог сбегать на аутпост и закупить очень много металла. Но донести его в отель было не так уж и просто, так как они заняли все свои вышки. Но если ты не можешь зайти в свой домик через главный вход, зайди сбоку. Фух, это было жестко. И как я уже говорил ранее, соседям мой отель не очень-то и нравился. Поэтому они сели с пулеметами на вышки. Ща я ему лицо вскрою, откуда он стреляет? Димица, короче, которая с коробкой, и которая индийская. Вот, которая индийская, нам не постоянно. Минус две башки я ему дал. Он хочет со мной постреляться, да? Давай постреляемся. Минус тип. Я могу разбегать, болтать. Если ты прикроешь. Прикрою, но там будет Unreal его залутать тяжело очень. А, я понял, насколько Unreal. Я понял. Я...
Дал хит. Можно и не стенка, можно баррикада обычная. Минус башка у него. Хорош, но, блин, у меня дерево нет. Я пулеметчика хитую. Я его убил, я убил пулеметчика. Убил. Быстрее иди. У тебя очень мало времени. Беги, беги, беги. Убегай оттуда, ты не уйдешь потом. Я засейвил. Хорош. Спустись в левую спину. Короче, тут два челика всегда. Блин, за воротками за камнем. Убил одного. Хорош, еще один. Еще один, еще один. Дал голову, убил. Людей, которые делают... А вам интересно сидеть на доме? Слышишь, там твои дружки помойные сидят, стреляют. С вышки, мы их отбиваем. О чем ты говоришь? Мы наоборот. К ним бежим туда. Так а какого фига вы у нас сидите под хатой? Мы тоже их убиваем и пулеметчика убиваем. Смысл у нас сидеть под домом? Мы бы просто пробежали, вы бы чего бы нас не убили. Нет, я убиваю только дураков, которые на вышке сидят. Иди лутай, я тебя не буду трогать, чувак. Давай без пиджа, да? Да, 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 не буду я тебя трогать. Я стреляюсь другими вышками, потому что они по мне стреляют. Я услышал, как лестницы поставили на отель и понял, что меня будут кемпить с двушками. И решил взять пампуху. Хорошо, я тебе скажу по-русски. Hello, mother... Ну, от тебя, плейбой, я такого не ожидал, конечно. О! Это было по нам! Мне кажется, они расстроились, чел. Чувак, подними! Зеленку ему кинь, слышишь? А это чё, подожди, это чё? Я не знаю, что это! Это поскорочный бакс, лол! Отойди, отойди, отойди! Теперь они не взорвут просто у нас потолки. Не пролезут к нам. Чуваки, сейчас будет бом-бом моей хаты, моего отеля. Это его тиммейты. Я гений? Или я гений? Я кое-что придумал. Скоростные ракеты крафтить умеешь? Да. Прилети ко мне на спавн. Сейчас придут сюда рейдеры, пацаны, переезжайте быстрее. Минус коптер у них большой. Еще забирай. О, я сейчас турели у них все вынесу. О, сейчас будет весело, короче. Намечается контент, как говорится.
Вот, Пончик, полюбуйся, вот эти вышки. Иди сюда, Понч. Вот, смотри, вот эта вышка. Я вижу, оттуда Элка стреляет. А слева пулеметчик, вот впритык, который. Вот на вот этой вот вышке ближней? Да, тут пулик. Блин, беда. Я думаю, если внутри будем минус их принимать... Один. Если внутри будем принимать, то не трать хилы пока. Нам надо будет внутри их просто принимать и все, типа. Можем поднять сейчас один этаж с той стороны, где у них вышки. И это была гениальная идея. Отстроить огромную деревянную стенку, чтобы по нам не залетали ракеты, и они не видели нас с вышки. Изи! Минус башка. Сейчас надо еще с одной стороны стенку поставить, и вообще будет пушка. Чтобы эти бомжи по нам не стреляли. У нас дерева нет. Тут РМТшник, лол, тут РМТшник в отеле, what the fuck? Справа, справа, справа. Я хочу пиццу, это кто? Пацаны, левый чел? Нет, я хочу пиццу, это другой чел. Вы кто, пацаны? Вы что тут делаете, алё? Вы отбивать пришли? Я понял. Намечается веселье. И даже левые типы некоторые приходили помочь нам защитить отель. Убил. Я походу пулеметчика убил, но это не точно. Сможете прикрыть меня? А есть чем? Да, у них есть чем, брат. Понч, надо как-то подлутать. Сейчас по мне будут лупить. По пулеметчику скинемся потом. Где пулеметчик? На правой вышке? Правая вышка с крышами и с юбкой. Вижу его. Готов? Стой, нет, не сейчас. Дал ебало. Он по мне начал стрелять. По-моему, он умер. Да, я не вижу, он куда-то сразу улетел. Я, наверное, крейзи, потому что я иду лутать. Я убил типа, блин. Я, наверное, зря иду лутать его. Так, надо Кирюхе топ скинуть. Я ящик дерева спер. На вышке пулик. Убил! Раз, два, три. Убил еще одного. Пулемет пикает. Дал хит. Он упал. Нет, он выжил. Дерево. Минус есть, башка у одного. Я сейчас сделаю. Минус хит. Второй умер. Все отлично. Минус башка у топ-сета. Убил типа в топ-сете. Ракета летит. У нас приста. Бери. КС Мани, кто это такой? Залез, меня убили! Меня убили. Хорош живешь. А, ты умер, окей, я хорош живешь. Гениально, Кирилл. Пацаны ставят лестницу на хату, но ты еще один этаж поднял. Ну, нормальная тема. Практикуем, умеем. Что происходит сегодня? А, ты соло гаражку закрыл, чувак, на соло замке. Минус тип. Пулик. Чё происходит? Они нас заплёвывают. ДБ убило кого-то. Оп, убил его. А СМГ с глушителем я. Убил его. А что это такое? Тут куча трупов. Dark Knight, блядь, что происходит? Минус башка. Ох, у меня его ухо, блядь. Три типа, один с базукой умер. Убегает.
Блин, он выжил. Блин. У кого есть патроны на калаш? Откуда калаш стреляет? Вижу. Меня забанило или меня кикнуло? Кикнуло, скорее всего. Меня забанили! Меня забанили! На фейспанче меня забанили! Что? Ваша блокировка в раз снята. Приносим извинения. Мы сняли ошибочную блокировку. Я не буду это убирать, пускай она у меня останется. Это как... Я прошел игру! Плюс контент за сегодняшний день, Туба. Доброе утро, девочки. Вы просто и не представляете, как у этих ребят подорвало в этот момент. И пока мы отбивали отель, ребят, которые мне помогали, начали рейдить. И я решил помочь им. Сейчас выключи, погоди. Выключил турель. Быстрее вниз. Давай, давай, давай. Гантрапы. Где у них пулик сидит? Наверху. Кибитка железная. Надо корову им взорвать. Одного убил. Лестнитесь. Убил типа снизу. Боже, лагает. Типа... Еще одного убил с базукой. Фу, у нас нет за территорией. А, вот. Убил типа. Меня взорвали. Убил. Хорош. Невернайт убил. Снаружи, снаружи. Еще одного убил. Хорошо, закрываю стенки. Закрывай. Одну поставил. Еще крафтится. Он в доме сам. Убил раз. Тут еще Дима рядом выбивалась. Меня убили. Он голый справа. Убил. Еще один. Убил. Нужны хилы. Есть хилы у кого-то? Стена есть, закрываю стенкой. У меня хилок много, очень много. Закрыл. Хорош. Они не пройдут уже. У нас было немного ресурсов, и мы решили пробахать им их кибитку. И забрать у них пулеметики. В бой! Сейчас будет веселуха. Я не могу залезть, Дим, я не знаю, как залезть. Дай лезь мне. Я залез сюда, блин. Еще один. Я запрыгнул. Хорошо, контри. Я пулики забираю. Открыл. Дал мне... Я всех убил внутри. Еще один. Убил. Еще убил. Кого на крыльнице, возьмите ракеты. Я внутри. Там. Убил, шкаф. Убил. Убил! Бомжей! А, ну вот, ты сейчас скрапа, еще компоненты, у них тут лежат металл. Ну, ракет у них нет, странно. У нас получилось отбить рейд, и мы вернулись к нашему отелю, ведь мы хотели пробахать наших соседей. У нас были ракеты, чтобы их зарейдить, но они позвали читаков. Блять, проще. Донести можно. Дима! Пацаны, чё, как дела? Алло! Алло! Прием, как слышно? У вас проблемы, мне кажется, не? И вот, когда все подутихло, читаки вышли, мы взяли с собой все свои ракеты и отправились на рейд. Девочки. Заходим, ребят.
Там лутрум у них. Минус шкаф, тут все задиспавнено. Шкаф наш. 80 экспы. Мы нашли... Лутайте, ребята, лутайте. Еще одну. Там еще одна турель снизу. Снизу турель. Минус. Как у него дом устроен? Все, бахайте дальше и все. Одна ракета. О, МВК, все, бахаем туда и все. Готово. О, тут лутрум, а там шкаф. Шкаф справа, шкаф. Разрывы добьешь? Да, давай разрывы добьешь. О, ты видел, сколько топки? Забирай, забирай топ, забирай и потом домой отнесем. О, чувак, это много. Мы перенесли весь основной лут и отправились рейдить дальнюю вышку, где сидел пулеметчик. Есть ВОЗ. Ракета по нам. ВОЗ минус. Откуда это летит? С крыши. Сейчас я быстро. Я его пробегу. Вообще не видел. На, вышка! Убил. ВОЗ, а вот я хилки забрал. Турели бахать? Ну не все же. Не все, но много. Окей, окей, окей. Правую турель сразу разбивай, и мы пойдем рейдить. Слева еще одна. Разбили. О, я знаю, как рейдить его, слышь. Изи. Я... Поднять лидера, поднять его! Ой, вы со шкафа ресы перенесли. Ой-ой-ой-ой-ой, как жалко, как жалко. Ой, как жалко, а теперь вы не выйдете с дома. Ха-ха-ха. Мы пораставляли у них шкафы, и оставалась одна вышка, которую мы должны были зарейдить. И она была в онлайне. Пончик на Е все спит. Я разрядил. Заходи, заходи, я разрядил. О, диспавнеры! Ой, диспавнеры! Ой, диспавнеры, я в шоке. Уху, как вкусно. Пулеметик, пацаны, пулеметик у меня. 5000 скрафа, боже. Он дверь открыл со шкафом.
Да, они не вывезли эту войну, и мы победили. Отель победил, понимаете? Как выяснилось позже, это они рейдили мой отель. И именно поэтому они не хотели, чтобы я его застраивал. И по традиции, напоследок я решил устроить битву на веслах. Кто побеждает, тот получает полностью отель, со всеми ресурсами. Нас. Босс, давай договоримся, босс. Давай договоримся. Босс, давай договоримся. Мужики, я победил. А ты с бумером, да, в пати? Да, ты победил! Да! Да, это я. Все. Да, они выиграли, они выиграли. Я победил с Нидом. Ладно. Все, выиграли. Можете следить за отелем, можете новый дом отстроить, все перенести, неважно. Когда следующий отель? Давай. Не знаю. Чизи, мы хотим следующий отель, Чизи. Все, ребят, удачи. Вот так и заканчивается история с отелем. И на этот раз уже окончательно. Надеюсь, она вам понравилась и вы оставили свою оценку. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик и прожимать лайкосики. Всем пока.